Добрый вечер! В эфире программа «Диалог» и я, ее ведущая Евгения Барановская. Наконец-то наступило долгожданное лето и тепло. Но этот период обычно связан также с увеличением кишечных инфекций. Мы решили разобраться, какие инфекции наиболее опасны в этот период, как уберечь себя и своих близких. Все вопросы мы будем задавать врачу-инфекционисту Царевой Светлане Владимировне. Вы можете задавать свои вопросы по телефону, а также по адресу электронной почты, которую вы видите на своих экранах. Здравствуйте, Светлана Владимировна. Добрый вечер. Хочу сперва, конечно же, поздравить вас с профессиональным праздником, которым был вчера, поздравить Спасибо. Вас и ваших коллег, пожелать вам всего самого доброго, крепкого здоровья, терпения в вашем нелегком труде, а также семейного благополучия. Спасибо. Сейчас в летний период не только в нашем городе самый острый период кишечных инфекций. Какие инфекции часто встречаются в этот период? Расскажите, пожалуйста. Ну, я хочу напомнить, во-первых, что такое кишечная инфекция. Острая кишечная инфекция – это группа инфекционных заболеваний, основным проявлением которых является интоксикация и нарушение функций желудочно-кишечного тракта. Это рвота, это диарея, боли в животе. Кто является виновником? Виновников много. Это и вирусы. В последнее время ротавирусы, которые всем известны, норовирусы, астровирусы, их много. Это бактерии, лидирующее место среди них занимает сальмонелла. Это шигеллы, разнообразные цитробактеры, энтеробактеры, их тоже очень много. Потом точно так же кишечную инфекцию могут вызвать такие простейшие, как амеба, могут вызвать такие паразиты, как лямбли, как глисты. Они тоже могут вызвать нарушение функции желудочно-кишечного тракта. Вот, наверное, ответила на ваш вопрос. Что приводит к такой неприятной необходимости вспомнить именно сейчас об этих инфекциях? Ну, в жару обострение или, скажем, повышение уровня заболеваемости кишечными инфекциями связано прежде всего с температурным режимом. С температурным режимом, из-за которого происходит быстрое, скажем так, продукты быстро портятся. Это что касается молочных продуктов, мясных продуктов. Из-за этого это, ну, в первую очередь связано из-за жары, потому что основной источник заражения кишечной инфекции – это употребление недоброкачественных продуктов или продуктов, которые быстро утратили свой срок годности. Хотя еще путем передачи кишечных инфекций является тоже контактный путь. То есть кто-то может употребить недоброкачественный продукт, заболеть, потом, не соблюдая санитарно-эпидемиологической нормы, от него может заразиться кто-то другой. Вот лето, также приятная пора появления овощей и фруктов. А какая неприятная сторона этого сезона? Ну, овощи и фрукты, да, и не только летом. Мы их же кушаем практически круглый год, благодаря зарубежным поставщикам, скажем так, да. На них содержится тоже большое количество вирусов и бактерий. Их точно так же летом, как и зимой, нужно мыть под проточной водой и обязательно обдать кипяченой водой, чтобы избежать тех неприятностей, которых мы называем кишечными инфекциями. Сейчас также наступил долгожданный момент для всех, когда можно посетить и днем, и вечером кафе. Какие меры профилактики в этом случае? Если мы говорим о кафе, которое располагается в помещении, там, где есть санитарная комната, здесь проблем никаких. Вы пришли в кафе, вымыли руки, заказали свое любимое блюдо или чашечку кофе, выпили и пошли гулять. А если это уличное кафе? Если уличное кафе, из таких рекомендаций было бы, чтобы у всех все-таки в кармане был такой дезинфектант. Их сейчас можно везде купить. Это в любых косметических фирмах. Они все делаются на основе спирта, которым мы обработали руки. Они не требуют смывания. Мало что мы уничтожили микробов. И после этого еще эти, скажем, все дезинфектанты оставляют после себя очень приятный аромат. Поэтому получаем удовольствие два в одно. Летом мы также очень часто передвигаемся. Хотим посетить театры, музеи, кино. Мы ездим на общественном транспорте. Какие меры профилактики тоже здесь можно использовать? Ну, здесь те же, о которых мы говорим и при посещении кафе. То есть помним, особенно в общественном транспорте, когда мы держимся за поручень, это масса всевозможных конгломерат, скажем, возбудителей. Поэтому после выхода, в зависимости от того, куда мы направляемся после общественного транспорта. Если это мы идем домой, пришли, вымыли руки. Если это какое-то другое помещение, то есть стараться летом больше всего, основная мера профилактики, стараемся больше держать руки в чистоте. Это независимо, театр, это кафе, это общественный транспорт, насколько это возможно. Чаще мыть руки, чем больше, тем лучше. Здесь переборщить невозможно, это только пойдет на пользу. Сейчас также наступает летняя пора, когда очень хочется окунуться в водоемы.
тем более жарко. Можно ли купаться в нашей реке Припять? Вы знаете, это вопрос немножечко, наверное, не ко мне, как к врачу-инфекционисту. Больше этим вопросом занимается Зональный центр гигиены и эпидемиологии. Но в этом году я не слышала ни запрета, ни разрешения. И вроде бы купальный сезон еще не открывали. Для того, чтобы принимать такое решение, но не просто принимается Зональным центром, делаются многократные заборы воды, исследуются эти пробы. Потом, если есть какие-то непорядок в этих пробах воды, об этом Зональный центр гигиены и эпидемиологии дает официальное объявление. Может быть, закрыт какой-то участок Припяти, как бывает. В этом году, то есть я не готова это комментировать, это больше нужно задать, конечно, Зональному центру гигиены и эпидемиологии. А многие счастливчики, которые получили уже отпуск, отправляются на свои дачи. Какие они могут там встретить проблемы за городом? За городом, я думаю, можно встретить те же проблемы, и что и в городе. Это и кишечные инфекции, и респираторные, и какие-то перегревания, и тот же разнообразные укусы клещей и так далее и тому подобное. Поэтому я не скажу, что за городом что-то обитает такое ужасное, или это чего нет в городе. Единственное, можно, у кого есть такая возможность, только позавидовать. За городом меньше движения, меньше транспорт, близко река, больше растительности, да, и меньше загазованности. Поэтому отдыхайте на здоровье, ну, соблюдаем те же меры, о которых мы повторяемся и будем еще говорить. Хорошо, как же насчет заветной мечты дачников? Это молоко, молочные продукты, а также яйца куриные домашние. Расскажите вот о сальмонеллезе, как он передается, как уберечься? Ну, сальмонеллез летом, наверное, из бактериальных инфекций. Это наиболее часто встречаемая инфекция, которая вызывается сальмонеллами. Чаще ей можно заразиться через потребление тех продуктов, о которых вы говорите. Это молоко, молочные продукты, мясные, курица, сырые яйца, которых любят пить дачники. Я понимаю, что это очень удобно, да? Ты работаешь, тут вроде бы свои курочки бегают, выпил два яйца, зелень из грядки сорвал, и потом в пределах до 5 суток дня, попадаем в инфекционное отделение. У нас есть такие пациенты, которые для того, чтобы не заболеть, пьют сырые яйца и проводят профилактику спиртными напитками в виде водки. Спешу заверить, что не помогает это, не помогает. Поэтому, наверное, не стоит этого делать. Лучше, чтобы избежать госпитализации в инфекционное отделение, сырые яйца не рекомендуется употреблять вообще. Термически обработано, то есть это сваренное вкрутую, не меньше 10 минут, чтобы желток был сырой. Это в виде омлета, либо это глазунья, значит, прожаренное хорошо с двух сторон. Хочу напомнить симптомы сальмонеллеза. Это высокая температура, это рвота, это боли в животе, такого режущего схваткообразного характера. И такой характерный стул, который мы называем типа болотной тины. Стул буро-зеленого цвета. Он может быть с патологическими примесями, с кровью или слизью, а может быть без них. Вот в этих случаях обязательно сразу в инфекционное отделение. А вот на производстве уделяют этому должному внимание? Безусловно. Можно ли в магазине, купив яйца, заразиться? Безусловно, на производстве зональные центры гигиены и эпидемиологии тщательно за этим следят. Но вы понимаете, что никто не застрахован от каких-то шероховатостей, от каких-то моментов. Поэтому, чтобы не заболеть, даже покупая, будь то домашние яйца, будь то магазинные, нужно соблюдать вот эти меры предосторожности. Яйца, во-первых, если свежие яйца, просто обязательно. Сразу, даже если курочка заражена сальмонеллезом, яйцо не будет заражено. Это происходит, возбудитель проникает в скорлупу в течение нескольких суток. То есть, если мы покупаем свежие яйца, обработали их, вымыли с мылом, делаем омлет, чтобы на руки не попал возбудитель, да, который может передаваться там на скорлупе, сохраняется, и прожарить как положено. Поэтому можно избежать этого страшного заболевания сальмонеллез. То же самое, когда мы говорим о мясе. Просто должна быть достаточная термическая обработка. Если это мясо, кусок там, допустим, толстый, или мы там делаем целую курицу, этому должно быть уделено должное внимание в плане, скажем, и температурного режима, и время кулинарной экспозиции. Тогда все будет замечательно. Светлана Владимировна, а какие симптомы нам указывают вообще на то, что мы имеем дело с кишечной инфекцией? Это вот я повторюсь, они очень похожи, как при сальмонеллезе, только будет отличаться характер стула. Это опять же температура, слабость, разбитость, то есть это как проявление
интоксикации и нарушение функции желудочно-кишечного тракта. Это рвота, это боли в животе и нарушение стула. О сальмонеллезе мы немножечко, я сказала, о стуле. У нас родители очень много задают вопросов, уже знакомы с такой инфекцией, как ротавирус. Я сейчас немножечко клинику напомню, но кроме ротавируса в последнее время очень много и других вирусов. Это норовирусы, это астровирусы. Они отличаются незначительно нюансами, как в клинике, так и по каким-то антигенным там вещам, по антигенной структурой. Доказать, что это именно этот или тот вирус, можно только лабораторным путем, но это никак не влияет на лечение, потому что если мы говорим о вирусно-кишечных инфекциях, то очень часто здесь в плане лечения достаточно только одной регидратации, то есть отпоить ребенка. Но я немножечко ушла от клиники. Это инкубационный период сутки, двое, трое. Это рвота, это жидкий водянистый стул, пенистый, он может быть с хлопьями. Ну вот, как правило, вот такое же. Что касается наших вирусных инфекций, иногда эта инфекция может протекать только в виде рвоты. То есть такой гастритический вариант, когда задействован только желудок. И опять же, если вернуться к лечению, здесь, то есть регидратация, это мы говорим о выпаивании ребенка. Она может проводиться как путем, который могут провести родители, то есть мы по глоточкам даем ребенку пить, либо если это какие-то тяжелые случаи, которые могут наблюдаться и при вирусных, и при бактериальных кишечных инфекциях, это госпитализация с целью проведения внутривенной регидратации. Иногда в 90% случаев при вирусных кишечных инфекциях это бывает достаточно. Сюда еще нужно добавить сорбенты, это мы говорим о смекте, полифепан, энтеросгель, активированный уголь, этого и соблюдение диеты. А что, расскажите, делать до приезда врача, пока он не приехал? Как можно облегчить свое состояние, либо состояние своего ребенка? Это в зависимости от того, что беспокоит на данный момент. Если мы говорим о высокой температуре, любая мама, любой взрослый пациент знает, нужно сбить температуру. Это парацетамол, это ибупрофен. Если маленький ребенок, можно использовать свечки. Если мы говорим, что повторяется часто рвота, да, можно просто пробовать глоточками, именно по глоточкам. 1-2 глоточка ребенка выпаивать. Это может быть либо минеральная вода, лучше всего рекомендуем деткам боржоми, либо просто чай обычный, черный, зеленый, либо отвар ромашки. Это вот то, что можно сделать до приема доктора. Но если хочу сразу сделать акцент, если на наших кишечных инфекциях, или просто не то, чтобы мы еще не знаем, это кишечная инфекция или что-то другое с такими симптомами, очень сильно болит живот. Чего не нужно делать, это давать, нельзя давать обезболивающие препараты, которые, потому что хирургическая инфекция, то есть мы говорим об аппендиците, может тоже начинаться как кишечная инфекция. Прием обезболивающих препаратов, анальгетиков, спазмолитиков может смазать картину. Поэтому, если сильно болит живот, конечно, вызываем скорую помощь, осматривает хирург, и потом уже к нам в отделение, тогда мы занимаемся лечением кишечной инфекции. В каких еще случаях нужно срочно вызывать скорую либо обращаться к врачу, а в каких можно справиться дома самостоятельно? Значит, когда нужно обязательно обращаться к врачу, это ребенок, возраст до года, независимо от тяжести состояния, это при высокой температуре, это при частом жидком стуле и рвота, которая, чтобы родители не вырубали, она неукротимая, то есть 5, 7, 10 раз при попытке попить ребенок вырывает. И когда в кале появляются патологические примеси, это слизь и кровь. Это может тоже являться не только симптомами кишечной инфекции, а серьезной хирургической патологии. И это мы говорим о малышах. Поэтому в таких случаях обязательно в стационар. Если мы говорим о взрослых людях, это высокая температура, тоже частый жидкий стул. Или если симптомы могут быть не столько выражены, но человек имеет целый, так сказать, набор, букет сопутствующей патологии. Там диабет, гипертоническая болезнь, еще какие-то заболевания там, почек и так далее и тому подобное. Подобно, когда есть ряд сопутствующих заболеваний, то даже не тяжелая кишечная инфекция может вызвать серьезные осложнения. В этих случаях тоже нужно обращаться. Можно сразу к нам, можно в поликлинику, в зависимости от ситуации. Вот мы затронули тему малышей. А как вы относитесь к детским играм в песочнице? Я отношусь очень положительно. Мои детки тоже росли в песочницах. В песочницах детки общаются, общаются мамы, обмениваются каким-то опытом. Но это не значит, что в то время, пока мамы общаются, бывает и такое, и не обращают на своих детей внимания. Да, дети там занимаются, там едят этот песок. Хотя, бывает и такое, через это, наверное, все в своей жизни прошли. Катастрофы в этом нет. Приходим из песочницы, руки
руки вымыли, игрушки вымыли, два раза в год провели плановую декельминтизацию, то есть дали препараты от глистов, и ничего, через это тоже частично нарабатывается иммунитет. Хотя песочница грозит тем, что можно и поймать какую-то кишечную инфекцию, и какие-то глистные инвазии, потому что мы наблюдаем часто, как у нас в песочнице, кроме играющих детей, до этого могут прогуляться собачки и сделать там все, что можно и все, что нельзя. Но это не значит, что мы детей должны оградить от опыта общения, от такой интересной игры, через которую мы, наверное, все в своей жизни начинали как бы свое взросление, знакомство с миром, в песочнице в том числе. Поэтому я, как врач-инфекционист, ничего плохого здесь не вижу. А вот расскажите, бытует такое мнение, что дети, которые растут в деревне, они более крепкие, они меньше подвержены заболеваниям различным, у них более крепкий иммунитет. Это правда? Ну, вы знаете, здесь везде, не могу сказать однозначно, да или нет, во всем хороша золотая середина. Раньше, когда вот все говорят, вот я раньше ел там зеленые яблоки, там сорвал с дерева, да, вытер, хрум, и все замечательно. Но вы знаете, как бы где-то это не лишено логики какой-то, тоже частично через это зарабатываем иммунитет, ну, съел ты яблоко, ну, заболел, у тебя живот, сходил два раза в туалет, катастрофы нет. Но мы не должны забывать, что раньше, когда вот откуда пошло это мнение, возбудители тоже были совершенно другие, были не такие агрессивные, поэтому об этом надо помнить. Здесь 50 на 50. Да, надо быть в деревне, надо бегать по траве, надо закаливаться, да, то есть не кутаться, где-то и купаться, где-то полазить по деревьям. Это детство, это все нормально. Ну, если не удалось избежать каких-то неприятных моментов, для этой помощи существует медицинское учреждение. А вот как себя вести родителям, которые собрались на отдых вместе с детьми в какие-то экзотические страны? Я только могу родителям сказать, что они молодцы. Если в наше серьезно такое сложное финансовое время находят финансы, чтобы съездить в экзотические страны, это все замечательно. Единственное, что хотелось бы, наверное, сказать, пользуясь случаем в прямом эфире, наверное, не стоит ехать с очень маленькими детьми. Я не буду устанавливать какие-то сроки. Каждый родитель для себя решает. Но когда планируют отдых, год-полтора, наверное, все-таки к трем. К трем. Ну, мы тоже отдыхали и видели, когда 8-месячные детки с жуткими аллергиями, с жуткими, наверное, это не стоит делать, потому что перелет, климат, оно дает о себе знать. Иммунная система, почему мы говорим о цифре примерно около 3 лет, считается, что она формируется к 3 годам. Конечно, все едут отдыхать в экзотические страны, как вы говорите, со страховкой. То есть, понятно, у нас были пациенты, которые попадали в больницу, потом приезжали к нам, рассказывали, все это была помощь оказана на высшем уровне, но все равно не хотелось бы, наверное, к этому, так, чтобы эта участь тебя постигла. Ну и отправляясь в экзотические страны, несмотря на страховку, каждый родитель должен позаботиться о минимальной аптечке. Ее можно обсудить со своим участковым врачом, что все-таки нужно взять в дорогу, чтобы быть, скажем так, на вооружении с элементарными такими, как температурка, там, кашель, проблемы со стулом. То есть эти моменты все равно, на мой взгляд, аптечку с собой нужно брать. А вот еще одна летняя такая проблема – это лаймборелиоз. Как часто встречается это заболевание и где есть опасность его, как говорится, подцепить? Подцепить лаймборелиоз можно где угодно. Это можно в лесу, можно гуляя по парку. Лаймборелиоз очень распространен. Но у меня для жителей города Мозыря есть такая утешительная статистика. В 2017 году ни одного случая лаймборелиоза за 5 месяцев не зарегистрировано. В 2016 году за весь год было зарегистрировано 45 случаев лаймборелиоза. Но очень достаточно много было обращений по поводу укусов клещей. За 5 месяцев 2017 года было 92 обращения по поводу укуса клещей. Из них детки до 18 – 38. Если сравнивать аналогичный период прошлого года, это за 5 месяцев в прошлом году было больше – 151 случай. Деток до 17 – тоже вот так вот получается такая же цифра – 38. Наверное, стоит сказать, что нужно делать, если тебя укусил клещ. Как обезопасить – это трудно. Гулять надо, надо ходить в лес. Значит, то есть
есть мы должны гулять, мы должны ходить в... Ну, когда мы идем в лес там за грибами, за ягодами или просто прогуляться, там проще. Там можно одеть одежду такую, чтобы полностью были защищены у ребенка ручки, ножки, то же самое у взрослых. То есть темную одежду, можно использовать какие-то репелленты. Но когда мы гуляем по городу или в парке, наверное, мы же не будем все время ходить в брюках, в темной одежде, да, лето, особенно девочкам хочется одеть какие-то платьички, чтобы выглядеть красиво, и это нормально. Что мы делаем, чтобы как можно свести к минимуму риск заболевания ламбериллезом? Каждый день, независимо, пришли мы с парка, пришли мы, вернулись с прогулки там из города, из кафе или из леса, мы осматриваем, принимая душ, осматриваем себя, ребенка, включая, очень тщательно осматриваем волосистую часть головы, там, где не, ну, не каждый день, может быть, так это удается каждый участок волосяного покрова обследовать. Если мы замечаем какое-то насекомое, не надо ничего дома ковырять, не надо испытывать разные методы, обращаемся в приемный покой городской больницы. Там хирургическим путем удаляется этот клещ, и пациент отправляется к нам в инфекционное отделение для того, чтобы была назначена антибактериальная профилактика. Она заключается в том, пациентам старше 8 лет и взрослым однократно назначается доксициклин, 2 капсулы. То есть доксициклин выпускается по 100 мг, однократно принимается 200 мг. Если мы ведем разговор о детках младше 8 лет, либо это беременная, либо какая-то аллергия на доксициклин, применяется амоксициллин. Возрастные дозировки взрослым это 0,5-1 грамм. 3 раза в сутки, деткам 50 миллиграмм на килограмм. Я думаю, что, наверное, в любом случае это доктор будет назначать, да? Еще может использоваться цефуроксим. И еще хочу сказать нашим уважаемым, скажем, слушателям, лаймбериллез достаточно опасное заболевание, но первичная профилактика, она эффективна в течение 72 часов. Мы иногда наблюдаем такие курьезные случаи. Приезжает пациент 2 часа ночи, ну испугался, понимаем. Мы работаем в круглосуточном режиме, называется, всегда просим. Когда вы обнаружили клеща в 6 часов вечера, почему не обратились сразу? Вот как-то не подумал. Заснул, приснился страшный сон. Что там приснилось, непонятно. Он приезжает, клеща, безусловно, мы эвакуируем или достают хирурги. Памятку он получает, что сделать. Естественно, пациент отправляется дальше домой спать. Если кто-то такой очень сильно переживающий, для этих случаев есть дежурная аптека. Вообще, я думаю, что можно в течение 72 часов. Я ни в коем случае не говорю, кому страшно, ради бога, в любое время дня и ночи. Всех примем, помощь всем окажем, всех проконсультируем. Спасибо большое. А у нас будет небольшой рекламный блок, не переключаемся. Спасибо всем тем, кто к нам присоединился. Я напоминаю, что в эфире программа «Диалог» и я ее ведущая Евгения Барановская. Сегодня у нас в гостях врач-инфекционист Царева Светлана Владимировна. А мы продолжаем нашу беседу по теме лаймборреллиоза. Расскажите, пожалуйста, какие симптомы этого заболевания? Инкубационный период ламбериллиоза от 3 до 30 дней. То, что первое может появиться и насторожить наших пациентов, после укуса клеща может появиться пятно, которое называется эритема. Оно может быть в том месте, где кусал клещ, оно может быть располагаться в другом месте. Вот при таких симптомах обязательно тоже нужно обращаться к врачу. Кроме того, я скажу, что при ламбериллиозе может поражаться опорно-двигательная система, сердечно-сосудистая система, центральная нервная система, то есть это достаточно серьезное заболевание. Если есть хоть малейшее подозрение, даже просто как укус клеща, то обязательно нужно обратиться в стационар. Мы перед рекламной паузой говорили о том, что при укусе мы назначаем профилактику и говорим, что наблюдайте за местом укуса. Если что-то будет смущать, обращаемся в поликлинику по месту жительства. Но в этом году за 5 месяцев та профилактика, что была проведена, повторно к нам с какими-то симптомами никто не обратился. Это говорит о том, что вот ту профилактику, которую рекомендует Министерство здравоохранения, которую мы доводим до наших пациентов, она обладает очень высокой эффективностью. Очень часто возникают вопросы, можем ли мы исследовать клеща. Можете, но согласно приказу 338 Министерства здравоохранения, исследование клеща проводится только по желанию пациента на платной основе. То есть пациент сам, и
это делается на базе областного центра гигиены и эпидемиологии, улица Моисеенко, 49. В городе Мозырь исследования клещей не проводится. И в каком случае пациенты подлежат бесплатному обследованию на лаймборелиоз или на зараженность клеща боррелиями? Это если пациент обратился к нам с укусом клеща, мы ему не можем назначить антибактериальную профилактику только по той причине, что у него множественная аллергия. Тогда в этом случае мы выдаем направление, исследование проводится платно, но клеща доставляет все равно сам пациент. Просто у нас очень часто бывают инциденты, мы объясняем, доводим, что это не потому, что это наша инициатива, это приказ Министерства здравоохранения, который мы выполняем. Расскажите еще о клещевом энцефалите. Что это за такая напасть и как он проявляется? Клещевой энцефалит – достаточно серьезное заболевание, которое тоже может вызывать с помощью укусов клещей, либо от употребления козьего молока. Достаточно серьезное заболевание, которое поражает центральную нервную систему в виде менингитов, менингоэнцефалитов, разнообразных и глубоких параличей. Начинается с высокой лихорадки, есть там и отдельная лихорадочная форма, головной боли, интоксикации, но обязательно, когда есть головная боль и интоксикация, обязательно такой, и нет других причин для этого, обязательно уточняем эпиданамнез, был ли в анамнезе укус клеща. Да? Вовремя клещевой энцефалит лечится, но я хочу обрадовать жителей города и района, уже много лет в Мозырском районе клещевой энцефалит не регистрируется. Но это не значит, что мы должны быть расслаблены. Мы помним, что клещ у нас такое коварное маленькое насекомое, которое на одном клеще может находиться до 9 разнообразных возбудителей. Поэтому, конечно, еще раз призываю к укусам клещам относиться очень серьезно. А вот имеет ли смысл проходить профилактику, если клещ не был заражен? Вы знаете, Евгения, обследование, вот я вот немножко рассказала, если даже пациент, мы обследование назначаем первые 72 часа. Не обследование, профилактику, я оговорилась. Обследование делается не так быстро. Если даже доставить в этот день и получить результат, уже пройдет определенный период времени. Если мы, наверное, не выполним профилактику, мы можем упустить время, и тогда уже курс лечения может быть другой. Когда потом результат может прийти, что клещ не заражен. Но изначально мы об этом не знаем, это во-первых. А во-вторых, я уже сказала, что там много возбудителей, да, не один лаймборелиоз, а мы говорим про профилактику о лаймборелиозе. Хорошо, мы еще сейчас перейдем с вами к теме вирусных инфекций. Почему сейчас, в настоящее время, этому уделяется столько внимания? Ведь раньше такого не было. Просто в последнее время, вот, наверное, все мы помним пандемию гриппа, которую мы пережили в 2009 году, это так называемый свиной грипп. Это достаточно было много тяжелых случаев, достаточно, действительно был охват большого вовлечения в процесс заболеваемости гриппом большого количества и взрослых, и маленьких пациентов. Да? Раньше не на таком уровне была развита вакцинация. И сейчас мнения разделяются. Кто-то согласен, кто-то нет. И мы даже видим разнообразные передачи российские, белорусские, где вот идет действительно дилемма, то есть за и против. Каждый, безусловно, человек, каждый слушатель будет решать сам, прививаться ему или нет. Наша задача, как медицинских работников, довести и привести какие-то факты в пользу вакцинации, в том, что вакцинация, да, ни одна вакцина не защищает на 100%, но благодаря вакцинации, конечно, за последние годы снизился и уровень заболеваемости, и уровень осложнений при гриппе. Да? И если раньше вакцинация достигалась порядка 30%, то вот за последний 16-17 год в городе Мозыре и районе, согласно рекомендации Министерства здравоохранения, было охвачено 40,6% всего населения. И это позволило, это дало свои плоды. Вот у меня есть такие цифры. Всего с ноября 16 года по март 17-го, благодаря вакцинации, предупреждено практически 145 тысяч случаев гриппа. В 16 году за счет вакцинации было охвачено 977 тысяч детей.
То есть в процентном соотношении это составляет 50, почти 55%. А детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет оптимальный показатель 75%. И вот учитывая вот эти цифры, статистики посчитали, что предотвращенный экономический ущерб благодаря проведенной вакцинации среди населения оценивается в сумму 84 миллиона долларов. То есть, конечно, это ощутимо. Это не то, что экономический ущерб государству, это и люди, которые бы потратили на лекарства, на лечение, на пребывание в стационаре и, ну, и со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями, когда пациент болеет. И вот здесь на каждый вложенный доллар в вакцинацию был получен эффект 17,2 доллара. Скажем так, экономии, что могло бы не быть, если бы не было такой активной вакцинации. Я бы хотела, наверное, сразу рассказать в преддверии того, что еще, наверное, рано, может быть, мы говорим о вакцинации, но есть хорошая пословица «готовься, а не летом». Очень часто задают вопросы, когда лучше прививаться. Это лучше сделать, ну, в сентябре, конец августа. Почему? Потому что в этот сезон все-таки не так часто, это не сезон респираторных инфекций, потому что прививку надо сделать здоровому ребенку или здоровому человеку. Поэтому, учитывая, что иммунитет там достаточно длительный, 10-12 месяцев, на эпидсезон иммунной системы хватит, чтобы защитить себя от заболеваемости гриппов. Или, если уже человек и заболеет привитой, то, конечно, грипп будет протекать не так тяжело, и не будут развиваться такие осложнения, которые там и пневмония, и менингиты, и синуситы, и отиты, и гаймориты, их очень много. Я бы хотела в двух словах рассказать, что мы ожидаем по вакцинам. В этом году для бесплатных прививок будет вакцина Грипол, которая российского производства. Она применяется с 6-месячного возраста. Она, ну, планируется ее поставки. Также на платной основе будет предложено 4 вакцины. Инфлювак 6-месячного возраста, производитель Нидерланды. Также 6-месячного возраста флювоксин, производитель Китай. Дальше ваксигрип, это производитель Франции, и ультравак, это производитель Российской Федерации. Это те вакцины, которые уже применялись, они хорошо себя зарекомендовали и имели достаточно хорошие отзывы у тех, скажем, пациентов, которые их использовали. Хорошо, давайте немножко вернемся назад. Расскажите, какие пути передачи вирусных инфекций? Ну, основной путь передачи – это, безусловно, воздушно-капельный. Ну и не исключен, конечно, контактный путь передачи, то есть, опять же, через те же не вымытые, скажем, руки. Но основной путь респираторных инфекций, гриппа передачи – это воздушно-капельный. Но основная причина всех этих заболеваний – это, наверное, слабая иммунная система. Почему именно сейчас у многих людей именно такая ослаблена. Безусловно, вот заболеет, так же, как бывает, да, и в прививке, привит, не привит, это играет роль, заболеет или нет. Но и насколько здоров, почему Иванов болеет один раз, да, в месяц, да, а Петров три раза, скажем. Это, безусловно, зависит от иммунной системы. Почему именно сейчас? Ну, я думаю, что, наверное, это связано и с экологией, и с, наверное, нельзя не вспомнить нашу чернобыльскую аварию, скажем, на Чернобыльской атомной электростанции. Без этого тоже нет. Поэтому образ жизни, которому, ну, не все так идеально уделяют столько времени, сколько хотелось бы. Вот эти основные составляющие фактора крепкой иммунной системы. Да не только в настоящее время, а это было все время. Экология, продукты питания, здоровый образ жизни – это и есть, наверное, основные составляющие части иммунной системы. А у вас в отделении какие чаще всего заболевания? Заболевания самые разнообразные. Это и менингококковая инфекция, это менингиты, это ВИЧ-инфекция, это кишечная инфекция, разная этиология, о которой мы говорили, это респираторные инфекции, тяжелые ангины. Гепатиты, наверное, вот это из того, кто чаще. Лайбборелиозы тоже встречаются, есть, когда лайбборелиоз лечится у нас. А кто чаще поступает, дети или взрослые? У нас, вы знаете, такого я не могу сказать, что взрослые или дети. Условное отделение 45 коек, 23 койки детских, 22 взрослых. Наверное, перепутала, но это не принципиально. 23 взрослых, 22 детских. Это происходит волнообразно.
бывает, то больше. И сказать, от чего это зависит, никто сказать не может, как-то волнами. То больше поступает деток, но детки действительно больше с инфекционной патологией. Иногда пациентов больше у нас лежит за счет терапевтической патологии. Когда у нас все, слава Богу, в городе и районе спокойно с эпидемиологической обстановкой, то есть мало инфекционных больных, мы помогаем коллегам-терапевтам, у нас госпитализируются терапевтические пациенты в том числе. Поэтому это кардиологические, пульмонологические. Но когда мало инфекционных больных, я думаю, что мы все должны быть рады. Это говорит о том, что обстановка в городе и районе спокойна. А бывает ли у вас пик поступивших в отделение? Бывает. Бывает так, что у нас такие дни, что за день обращений, поступлений 15-17, и такая может быть выписка. То есть особенно об этом, вот когда поступают детки с этими вирусными кишечными инфекциями, которые сутки, двое, трое, в большинстве случаев улучшается самочувствие, родители хотят домой, естественно, какие бы ни были условия в инфекционном отделении. Поэтому очень часто бывает какой-то наплыв в течение там недели, полторы, две, по-разному. Бывает, этот наплыв длится дольше. И потом опять какое-то... Ну, когда есть затишье, мы уже все шутим, что это затишье перед бурей. И чем дольше затишье, тем, наверное, предполагается, что буря будет посильнее. Ну, вы сказали, что у вас уже идет полным ходом подготовка к зимнему сезону. И расскажите, что ожидает нас в этом году? Какой грипп? По рекомендации ВОЗ в этом году ожидается грипп Мичиган. Он напоминает свиной грипп. То есть вообще чуть-чуть напомню. Грипп, существует три разновидности гриппа. А, Б и С. Основные вот эти эпидемии и пандемии вызывают разнообразные мутации вируса А. Вот к этим вирусам, мутациям вируса А и относятся грипп Мичиган и грипп Гонконг. То же самое в этом году планируется, по статистике, по прогнозам, вот так будет правильное слово, Всемирная организация здравоохранения, грипп Брисбен. И вот эти все прогнозы Всемирной организации здравоохранения будут учтены в этих вакцинах, о которых мы сегодня говорили. Вообще хочу напомнить, что такое грипп, его очень часто путают с острыми респираторными инфекциями. Простуда – это вообще просто переохлаждение, которое создает условия для развития какого-то заболевания. Но это не заболевание, это просто какое-то, скажем, переохлаждение. Грипп – это острое инфекционное заболевание, которое всегда начинается остро, с температуры 39-40, с озноба, с выраженной ломоты, когда болит каждая клеточка тела. Это сильная головная боль, преимущественно лобной и височной долях. Это светобоязнь, когда мы не можем подвигать глазами, потому что очень больно. Это такая режущая, колющая боль в горле. И где-то на второй, иногда третий день появляется сухой кашель, болезненный такой. Вот это классический такой вот грипп. Но опять же, повторюсь, классический. Да? Грипп не всегда протекает в классическом варианте. Это вот то, что я хотела сказать, как протекает грипп. Ну и, безусловно, есть же и острые респираторные инфекции. Масса тоже вирусов, которые, наверное, более 200. Они протекают, полегче. Грипп – это самый тяжелый из вирусов, которые протекают, и тем более он так часто мутирует, и к нему это подобрать ключики очень тяжело. Но, тем не менее, с помощью вакцин, я думаю, нам это удается. Получается, только вакцинация помогает уберечься от гриппа? Вакцинация, и то, о чем мы, Евгения, с вами говорили, это здоровый образ жизни, это зимой одеваться по погоде, не переохлаждаться. Если в семье появился кто-то, кто заболел гриппом, значит, желательно пациента этого изолировать. Ежедневные, неоднократные влажные уборки, проветривание. То, что грипп боится влажного, увлажненного воздуха, вирус гриппа боится увлажненного, он больше развивается в сухом воздухе, там, где жарко. Если это увлажненный воздух, чистый, проветренный, как правило, это для гриппа губительно. Поэтому ежедневные уборки влажные, это будет способствовать тому, чтобы не заболеть, даже если в семье есть уже заболевший. Ну и, безусловно, его нужно изолировать. Насколько это возможно, выделить ему отдельную посуду. Мы продолжим нашу беседу после небольшого рекламного блока. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем нашу беседу о гриппе. Расскажите, вот если человек заболел, что нужно ему делать? Во-первых, в любом случае, если человек заболел, мы должны вызвать
не мы, а пациент должен вызвать участкового врача, до его ни в коем случае не переносить грипп на ногах. А что делать элементарно? Это обильное питье. Это жаропонижающее, исключаем только аспирин, потому что он может вызывать носовые кровотечения. Это парацетамол, это ибупрофен, обильное питье. Пришел доктор, дал рекомендации, да, потому что не все пациенты с гриппом будут госпитализированы в стационар. Госпитализируются очень схожие категории, о которых мы говорили вообще. Это маленькие детки, либо это высокая температура в течение 3 суток, либо это пациент с сопутствующей патологией, с хроническими заболеваниями, да. Сначала, конечно, пациент вызывает участкового врача, и на начальном этапе борьба, скажем, с вирусом гриппа проходит в домашних условиях. Обильное питье, уборка, мы говорили, и из противовирусных препаратов, что бы я, конечно, порекомендовала. Последний грипп, вот, о котором мы говорили, 16-17 год, и тот свиной грипп. То есть последние вирусы гриппа, которые вот мутируют из этого вируса, они достаточно агрессивные. Наверное, самый оптимальный вариант – это препарат, но его тоже только по назначению врача. Это азельтамивир или тамифлю, и наш белорусский аналог – флустоп. Но эти препараты, конечно, они продаются по рецептам, это абсолютно правильно, по рекомендации врача. Из препаратов, которые могут немножко помочь иммунной системе справиться, то, что не во всех же случаях нужен такой серьезный препарат, да, то, что с гриппом есть и другие респираторные инфекции, препаратов таких много, которые продаются без рецептов. Хорошо себя зарекомендовал, я назову несколько препаратов. Кагацел, это групреносин, это орпетол, это различные для маленьких детей есть препараты в разных формах. Это капельки в виде лаферона, интерферона в носик. Это руферон, виферон, генферон в виде свечей, то, что любят наши детки. Вот в таком аспекте. Ну и все равно это из противовирусных препаратов. А остальное это, конечно, постельный режим как минимум 3 суток. Потому что, как правило, при гриппе температура держится 3-5 дней. Потом температура должна снижаться. И если температура все-таки сохраняется, это повод повторно вызвать врача, и уже тогда мы говорим о каких-то бактериальных осложнениях, да, это может быть и бронхит, и пневмония, и гайморит, и то, что мы уже повторялись. Поэтому почему я говорю, что не надо переносить на ногах. А так, это постельный режим, обильное питье, аппетит может быть снижен, ничего страшного. Еду компенсируем питьем. Чем больше, тем лучше, но в пределах, конечно, возрастной нормы. Давайте вернемся к теме вакцинации. Сколько будут стоить эти вакцины? Смогут ли все позволить себе это сделать? Я думаю, что у меня сегодня я обсуждала эти вопросы ценовой категории с санитарной станцией, зональным центром гигиены и эпидемиологии. Я скажу ориентировочные цены, чтобы потом наши, скажем, слушатели не обижались. Пока точных цен нет, но это будет порядка 10-13 белорусских рублей. Я думаю, что это та цена, которую может сам любой пациент, наверное, любой слушатель себе позволить, будь то ребенок, будь то взрослый. У нас есть вопрос от наших телезрителей. Здравствуйте, вы много рассказали о всяких инфекционных заболеваниях и их последствиях от рвоты. Посоветуйте какое-нибудь профилактическое средство, которое лечит максимум инфекций, дешево и покупается в аптеке без рецепта. Такой вопрос интересный, спасибо за вопрос. Но я так понимаю, слушатель или слушательница хочет, чтобы я, наверное, рекомендовала какую-то кремлевскую таблетку, но ее еще не изобрели. Очень часто пациенты поступают и говорят, как сделайте, нам надо очень срочно, нам завтра надо улетать, уезжать или просто какие-то, но нет таких еще препаратов, которые бы мгновенно лечили. Опять же, на все, это опять же, вот здесь, в этой ситуации, на все зависит иммунная система. Даже в одной семье детки болеют по-разному. Хорошо, вот зачастую слышны мнения, что врач ставит диагноз ОРВИ якобы для того, чтобы не портить статистику, а на самом деле ребенка или у взрослого заболевания грипп. Может ли терапевт поставить на приеме у врача такое заболевание? Можно, Евгения, мне кажется, такой вопрос, наверное, говорят люди по каким-то таким, не совсем, может быть, несведущие. И терапевт может ставить и грипп, и острое респираторное заболевание, потому что мы подтверждаем эти диагнозы. Тот же терапевт может поставить диагноз грипп, скажем, с вопросом, или гриппоподобное заболевание, назначить лечение, взять мазочки. Это все делается очень быстро, диагноз подтверждается, и никто не будет ругать. А когда у нас идет сезон эпидемий, то гриппоподобное заболевание, мы, особенно если там какой-то очаг. То есть мы ставим
ставим то, что мы видим. Я так вот скажу, уже, наверное, не совсем выбирая выражение. Острая респираторная инфекция, если видим, мы ставим острую респираторную. Если мы видим грипп, значит, мы ставим грипп. Но, конечно, хочется, чтобы все было красиво, поэтому для этого нужно лабораторное подтверждение, которое не вызывает никаких затруднений. То есть это основное, это мазок со слизистой носа. А вы сами прививаетесь, своих детей прививаете? Я прививаюсь, и прививаются муж, и мои дети, и мы видим результат. Хорошо. А что вы можете сказать противникам вакцинации? Ведь таких много. Евгения, да, бесспорно. Но каждый, наверное, волен сам решать, прививаться или нет. Я сегодня попыталась рассказать о каких-то осложнениях, к чему приводит грипп. Поэтому единственное противопоказание, кому нельзя прививаться никакими вакцинами, это аллергия на куриный белок. На его основе делаются все вакцины. Но, конечно, вакцинация бесспорно. Очень часто бытует такое мнение, я его тоже часто слышу. Вот я привился в том году, так заболел, больше не буду, да. Говорите, что хотите. Здесь я могу только объяснить, почему так происходит. Сама вакцинация, она не дает никаких, то есть введение вакцины безопасно, безусловно, это же ряд лабораторных подтверждений. Из-за чего происходит вот такая ситуация, которую мы часто слышим? Если пациенту ввели вакцину, он внешне был здоров, но он уже находился в инкубационном периоде какой-то респираторной инфекции. Плюс в это время он, скажем, понервничал, не доел, длительная командировка какая-то, то случился еще какой-то иммунологический провал. Этого достаточно, чтобы на фоне введения вакцины против гриппа развилась какая-то респираторная инфекция. Но даже несмотря на это, если пациент переболел, безусловно, вырабатываются антитела. И прививка все равно свои бонусы, которые она должна оказать, она оказывает. У нас есть еще один вопрос. Телезрительницы Светланы. Подскажите, пожалуйста, сына укусила собака соседей. Прививка от бешенства есть. Стоит ли делать профилактику от бешенства? Здесь спасибо за вопрос. Здесь важна собачка соседа. По идее, если сосед приличный, и у каждой уважающей себя собачки должен быть паспорт, и, соответственно, должен быть набор прививок от бешенства, в том числе за собачкой надо наблюдать. Да? Если с собачкой все хорошо, можно, наверное, не прививать. Наверное, это вопрос нужно задавать не в прямом эфире, а в частном порядке. Да? Прививки есть, этим у нас занимаются травматологи. Можно тоже в любое время обращаться в приемное отделение. Прививки есть, и я думаю, что есть ситуации, и прививать, наверное, стоит. Но здесь надо посмотреть, разобраться более частно. Поэтому если будут такие прививки, такая какая-то ситуация, пациентка захочет более предметно поговорить, пусть она позвонит по телефону по нашему 35 88 12. И мы с ней поговорим более предметно, чтобы не занимать прямой эфир. Хорошо, у нас есть еще один вопрос. Поранили на маникюре, переживая за обработку инструментов. Через сколько дней можно сдать анализ на гепатиты, чтобы исключить заражение? На маникюре переживать, наверное, каждый переживал бы, да? Но этому уделяется огромное внимание в плане обработки, в плане вот этой дезинфекции инструментов. Если мы речь ведем о вирусе иммунодефицита, кстати, я хотела сказать, что у нас в Мозыре проводится активная кампания обследования на вирус иммунодефицита, и уже появились тесты, которые отсутствовали. У нас просто идет скрининг обследования возрастной категории 30-49 лет. Это не значит, что моложе 30 нельзя обследоваться, и старше 49, пожалуйста, приходите, в любое медучреждение можно. И здесь на ВИЧ можно обследовать через 30 где-то дней, я думаю. Раньше, наверное, смысла нету. И на гепатиты, те, о которых мы думаем, это все-таки парентеральные гепатиты, это Б и С, это в пределах 2-3-4 месяцев. Можно несколько раз дать анализ. То есть через месяц, наверное, будет рановато. Светлана Владимировна, вот вы работаете в таком эпицентре различных инфекций. Как вам удается не болеть и как вы вообще защищаетесь? Вы знаете, Евгения, медработники тоже болеют, но, наверное, если мы говорим про свое отделение, стараемся болеть как можно реже. Мы выполняем все элементарные правила. За столько лет работы у нас уже вырабатывается какой-то иммунитет, плюс соблюдение правил. Это обработка рук, использование индивидуальной маски. Приходя домой с работы, я об этом говорю часто, вымыли руки соленой водичкой, солевым раствором.
промыли нос, прополоскали горло, потому что все вирусы, будь то кишечные вирусы, будь то респираторные, все-таки они попадают к нам в организм через слизистую. Поэтому та часть, которая, скажем, накопилась на слизистой за день, ее можно убрать с помощью таких простых мер. Ну а дальше опять же иммунная система и здоровый образ жизни, о котором мы говорили. Но наша программа подходит к концу. Что вы можете пожелать напоследок нашим мазырянам в этот летний период? Я бы хотела пожелать всем мазырянам, не только в летний период, быть здоровыми, любить себя, любить свой организм, уделять этому достаточно много времени. Тогда это вас избавит от лишних походов к доктору. Будьте счастливы, берегите себя. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях была врач-инфекционист Царева Светлана Владимировна. Наша программа подходит к концу. Встретимся в следующий понедельник в это же время. До новых встреч!